и такая достаточно абсурдная. Почему? Ну, потому что он так. У Оскара Робертсона в свое время, это начало 60-х годов. Ну, Адамса вывести Адамса, это тоже очень важное дело. Леброн. Шампер. Очень хорошо. Спинкой Шампер доигрывал сейчас, да, то есть он от Сабониса уходил. Нашел контакт, но Сабонис здесь не фалил. Вот Сабонис тоже молодец в этом отношении. И, в общем-то, большую пользу приносил. И команда была близка к тому, чтобы выйти в финал. И, наверное, если бы она тогда вышла в финал, она бы минус 2 у Рассела Уэсбрука по полезности и минус 8 у Виктора Оладипо. Шамперт из Джеймс забирает мяч. Джеймс против Робертсона, и Робертсон... Да, ну, много действительно Рассел Уэсбрук мажет. Тут даже с трудом можно вспомнить, когда он последний раз забил. Леброн убирает Сабониса. И Джонс хорошо. С мячом тем временем Леброн. Против него снова играет Робертсон. Леброн Джеймс 23-й, ну и Деандре Лиггинс играет под номером 12. Да, ну и посмотрим, на самом деле... А тот матч был первым, в котором не было у Оклахома Сити Тандер Энеса Кантера. Вот, тогда он ток-ток травмирован, был, Оклахома играла без турецкого игрока. Оклахома выиграла только два раза. Ну, мы не так давно показывали матч Оклахомы с Сан-Антонио. Как раз той командой, которая... И, соответственно, Кливленд и сейчас должен будет сыграть, ну, наверное, в такой же баскетбол. Насколько хорошо и что получится, в общем-то, у команды, если она начнет снова грузить... Отлично, Леброн. Ну, там, правда, защиту успевает вернуться Оклахома. Так, никого. Вот, Леброну оставляют отдельно сторону. И тут же уходит Адамс, снова заходит в трехсекундную, приходится ему бегать, и вот-вот-вот поперечную перехватывает Виктор Оладипо. Процент штрафный бьет Уэсбрук. Да, ну и почему нам показали именно Уэсбрука сейчас? Потому что у него скоро контракт истекает здесь в Оклахоме, и Прести вот сейчас должен думать, да? А мог довести отрыв в счете до 8 очков уже. Кливленд пока не проснется никак. Леброн поясничает немножко. И... Такого. Ну, это если он забьет еще. Ты знаешь, Леброн и не забьет. 13-17. Ну, Адамс просто стоял и ждал, когда мяч к нему в руки прилетит от кольца. А Лав сделал рывок к этому мячу. И, в общем, абсолютно правильно забрал его. Отлично, это... Еле-еле коснулся руки, и, в общем, по-моему, даже не помешал, по большому счету, бросок исполнил. Так. Послал. У команды из Оклахомы Джеймс. Отлично. Вот, хорошо. Без фола, кстати, накрытый бросок Робертсон против Джеймса. Ну вот в хоккее есть такой термин «наложение пятерок». Вот. И мне очень интересно смотреть на то время, которое Оклахома проводит без Рассела Уэсбрука. Обрати внимание... Каунас и Белград? Не, я не знаю, я не представляю. Просто если Беннет уже и в Бруклине не зацепил. Вот опять, очень жаль, что еще времени на атаку достаточно много, и Уэсбрук может посмотреть. Но в любом случае это была открытая позиция. В любом случае здесь абсолютно легитимная статистика, эта штука очень важная, да. Но с другой стороны, когда ты можешь помочь команде вот тем, что ты умеешь лучше, вот тоже смотри, Адамс — это человек, который в основном работает в защите на подборах, да, ну, без Кантера, опять же, точнее, с Кантером. А Томпсон — это вообще 2 очка, ведь действительно это не так много. Леброн против Робертсона. Ну, Кари Ирвинга, но Ирвинг здесь его переиграл. Леброн трешка не добрасывает.
Леброн. Ну, это ехал 4 очка. Так, а Корвер заслон делает сейчас под Леброна. Ченнинг Фрай. Отлично. У Пейна уже 15 очков. Так, между прочим, он вышел с скамейки запасной. Да, ну, что касается Кливленда, вот Роберсон забирает мяч и сверху закапывает. Пытается выходить Кайри Ирвинг. Самый результативный у Кавс. 19 очков у него, 18 у Леброна. Ай-яй-яй.